Но в Куполе очень понравился первый и второй. Вот первый и второй сезон были прям очень хороши. Это хорошо, что ты его пересмотрел, потому что я попросил даже, чтобы клип специально для тебя вырезали. Мне так обидно было, я так красиво запушил. Я перестрелял его, при том, что у него была лучшая позиция. И в итоге так обосрался. Так, а что у нас там зона где? Блять, куда ты заехал, Стасян? Ёпта. А, на самом деле, быть, Сань, внимательнее. Потому что я смотрел реплей, и когда я пикал первого, голова второго была видна. Если бы я был внимательнее, у меня была хаешка, я просто бы дал хаешку, и он бы откис, и все. Но из-за того, что я был невнимателен, я сосредоточился на одном, я проебал. Какой ты прицел нашел? Где человек? Укажи мне на него. У меня 8x укачивает, это факт. Это за что? Машина в кемп въехала. Пошли кемп развалим. Она же стала, да, в кемпе? Или поехала дальше? Не понял. По-моему, стала. Да. Почему у меня аптек нету? Да, какой? Дурак, что ли? Где выход? Меня хила нету. Иди убивай его, чё стоишь, блядь, у тебя ж полный хил. Ты ж так не убьешь никого, блядь.
С трудом, но сделал. Сука, мне хил надо. Да, бля, сядь. Идет, просто зона идет, ехать надо. Мы их там из зоны потом закроем. Стасян, я хочу, чтобы ты потом клипец сделал с этим моментом, как мы их размочили жестко в этом кемпе. Бля, теперь туман пошел. Это те типы, которые нас пикали 500 тысяч раз. Потому что если нас пикают, то я торможим и пробуем убивать. Стася, мне нужна тут помощь. Стася. Пушат. Стасян, мне нужна твоя помощь. Убивай или хиль меня, или что-нибудь. Просто лучший, мать вашу.